Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор оливкового масла. Оливковое масло стоит вверху списка самых полезных ингредиентов. Еще Гиппократ признавал медицинские свойства оливкового масла. Полезные свойства масла были известны с 6 века до нашей эры. Египтяне первыми начали выращивать деревья оливы и получать из ценнейших плодов жидкое золото. Оливковое масло массово применяется в косметологии, кулинарии, диетологии, производстве мыла и освещении. Полезные свойства таковы. Витамин А прекрасно питает и увлажняет кожу, стабилизирует подкожное кровообращение. Витамин Е – широкоуниверсальный антиоксидант, который играет большую роль в восстановлении и регенерации клеток, выравнивает кожный покров и предотвращает старение. Фосфатиды из-за большого содержания сахаров прекрасно удерживают воду внутриклеточной жидкости. Стиролы, токоферолы обладают ярко выраженным успокаивающим и восстанавливающим свойством. Оливковое масло содержит в себе большое количество питательных веществ, усиливающие рост волос, возвращает им блеск и мягкость. Масло втирает в корни и равномерно распределяет по всей длине. При солнечных ожогах очень эффективно оливковое масло, благодаря своим антибактерицидным и смягчающим свойствам. Оно является незаменимым для оздоровления кожи и качественного ее увлажнения, роста и укрепления. Вот такой бутылочке мы отправляем оливковое масло нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!